Москве запустился первый в России университет в области креативных индустрий Universal University. Он создан на базе британской высшей школы дизайна, школы компьютерных технологий Scream School, Московской школы кино и архитектурной школы Марш. Современный университет — это платформа. Каждая школа очень быстро может реагировать на изменения рынка, потому что в первую очередь она заботится о студенте своей школы. Но с другой стороны, мы формулируем, что лучшие практики, которыми располагает в итоге весь университет, каждая школа имеет к ним доступ. Также в 2018 году на платформе университета созданы три новых проекта: Московская школа музыки, Московская школа коммуникации МАКС и бизнес-инкубатор для креативных индустрий. Московская школа коммуникации МАКС отличается от всех других существующих образовательных проектов тем, что в первую очередь это фундаментальное образование, обучение на живых проектах, и по окончанию этого обучения студенты получают не только диплом установленного образца, но и реальное портфолио уже реализованных проектов. Сегодня в Universal University представлено более 160 долгосрочных российских и международных образовательных программ. А с запуском двух школ появится еще около 10 новых специальностей в сфере музыки и коммуникаций. В Московской школе музыки мы запустили программу музыкального продакшена. Мы запустили программу songwriting и music performance, очевидно, нацеленную на создание песен и исполнение вокальных песен. И запустили программу музыкальный бизнес, которая призвана восполнить недостаток профессионалов именно в музыкальном бизнесе, в индустрии. Бизнес-инкубатор для стартапов креативных индустрий родился как ответ на запрос студентов и выпускников университета. Обучение по новым программам стартует в октябре этого года. Бизнес-инкубатор Universal University специально создан для творческих предпринимателей и развития креативной экономики. В бизнес-инкубаторе есть два направления. Первое направление – это так называемый мини-MBA. Это образовательные программы для тех, кто уже решил, что он хочет делать и хочет научиться делать бизнес. Второе направление – это непосредственно акселерация образовательных проектов вместе с нашими потенциальными или уже существующими партнерами, где мы акселерируем проекты по определенным направлениям. И дальше за 10 недель студенты должны сделать из своей идеи бизнес и продать его потенциальным инвесторам.